Из-за острого желания организовать ночное застолье пришлось расстаться со всеми наличными и смартфоном. На юго-востоке столицы москвич пытался среди ночи купить алкоголь и нарвался на грабителей. Во дворе дома мужчину избили и обокрали двое парней. В территориальный отдел полиции поступило сообщение от 33-летнего жителя столицы. Мужчина сообщил, что познакомился с неизвестными молодыми людьми и попросил их купить спиртные напитки. После этого он отдал им часть денежных средств, однако мужчины не выполнили просьбу. По возвращению домой потерпевший встретил их около подъезда своего дома на Братиславской улице. Узнав обидчиков, мужчина закономерно потребовал вернуть деньги, а в ответ получил удар в лицо. Еще один молодой человек и девушка, знакомые грабителей, в происходящее решили не вмешиваться. Когда жертва была повержена, налетчики вырвали у мужчины сумку и скрылись, но вскоре были задержаны и в отделе полиции пытались восстановить ход событий той ночи. Вы с человеком увидели в магазине решение. Он не знал, где купить алкоголь. Я ему посоветовал, где можно купить. Я говорю, давай мне деньги, я схожу куплю. Как бы я взял 1500 рублей и не вернулся. Этот молодой человек ранее уже был судим за хранение наркотиков. Он и его 19-летний друг приехали в Россию из соседней страны. У меня телефон оказался какой-то. Мне позвонили на телефон. Я поднял трубку, говорю, сейчас приду. Я решил на встречу какому-то человеку, без понятия. Друзьям предстоит ответить за разбой. Оба молодых человека арестованы.